удовольствием с вами проведем этот чудесный вечер. Наслаждайтесь, пожалуйста. Спасибо вам большое, что вы здесь с нами. И мы продолжаем. Спасибо. Thank you.
Спасибо большое, спасибо. В нашем репертуаре звучат не только блюзовые стандарты и известные популярные стандарты, но в том числе и наши композиции. Сейчас мы исполним композицию, которая написана группой Pearl Jam. Hello, Let Better. Thank you.
сказать, у наших музыкантов есть в руках волшебные лютни, они потихоньку привлекают людей, все больше и больше гостей собирается. Ну что, мы продолжаем, а следующая композиция называется «Give me one reason». Назови мне одну причину, по которой я могу остаться с тобой. Bye.
композиция называется «Когда движение». Блюз на русском языке собственного производства. Наверное, собственно, для того мы и собрались, чтобы петь свои песни. Когда есть движение. Нежность, и мы ее всегда посвящаем тем людям, которым
очень нужна нежность. Берегите друг друга, любите друг друга. И пусть ваша жизнь наполняется все больше любовью, отзывчивостью. Thank you.
играть, как дышать. Yeah.
следующая композиция называется Rock in the Sea. Нет? Love Can Wait. А, в нашем коллективе есть все музыканты одарены еще какими-то талантами. Например, слева от меня стоит Алексей Куровцев, автор, композитор музыки, слов, стихов. Он также у нас является саунд-продюсером. Алексей сейчас исполнит для вас свою композицию. До этого перед ним выступал Николай Холошин, тоже автор и композитор песен. Я думаю, что если вы поприветствуете, ему будет очень приятно. Еще представлю тогда замечательного нашего басиста Михаила Быковского, который просто что-то невероятное делает. Аранжирует так музыку удивительно, свою басовую партию, что просто красота. И да, приветствуйте, пожалуйста, его. И Руслан Амиралеев, это наш ударник, прекрасный музыкант, добрый человек, очень талантливый. Спасибо большое. Меня зовут Ольга Насырова, я вокалистка. И люблю свою музыку, люблю драйв, люблю хорошее общение. И я надеюсь, что вы все равно, уйдя с сегодняшнего концерта, запомните нашу команду, будете тепло вспоминать, и, возможно, еще захотите вернуться, увидеть наши, послушать новые композиции. Завтра, да. А Алексей Курохтин, ему слово. Love can't wait. Любовь не может ждать. Люблю петь в караоке, но это другой случай немножко. I never got a cheapy face from this cold ground. You're happy with your race. You burn this down.
прям, да? Все-таки под маской безумия. Концепция поменяла. Передаем эстафету. Следующая вещь, опять же, наша под маской безумия. Сначала был он камушком, потом он стал птичкой. Ну, вы сами понимаете.
Спасибо. Спасибо большое. Следующая композиция называется «Close to my fire». Это песня женская, такая привлекающая, рассказывающая о том, что если у человека есть тот самый огонек, к которому ему стоит идти, у него есть силы двигаться к этому огню, который несет любовь, поддержку. Close to my fire, ближе к моему огню. Like a magic, set me on fire. Watch it burn in flames, getting higher. You light me up, my sweet desire. So what you got? Close to my fire. When you are born, don't let me wait too long. Whenever you need, I hear this feeling. You're not to be out of line with me. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.
Следующая композиция называется «Между небом и городом». Thank you.
следующая композиция на английском языке, называется она «Танцующая босиком» «Dancing Barefoot». Такая немножко шаманская, хулиганская, шаманская. Следующая композиция называется «На поверхности земли». Посвящается той теме, о которой сейчас все очень часто говорят, что самое главное в жизни – замечать каждое мгновение, которое вы проживаете. Тогда вкус жизни, он всегда будет присутствовать и присутствует. Если куда-то все время спешишь, не думая о том, что здесь сейчас происходит, можно сказать, теряем свою жизнь. Поэтому лучше жить, понимая то, что делаешь, что любишь, кого любишь, и чаще говорить об этом своим близким, что вы любите их. Thank you.
Thank you.
Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Thank you.
Волгоград, Мьюзик Волгоград в Инстаграм. Будьте рады вам. До свидания, спасибо большое.